Всем привет! Сегодня мы вместе с вами приготовим сигара-оберег с маковой начинкой или же счастливый ужин. А почему этот рецепт называется счастливым ужином, узнаем позже. Итак, начинаем! Берем 200 грамм мака и высыпаем его в воду. Хорошо размешиваем мак в воде, делается это для того, чтобы избавиться от разнообразной шелухи. Хороший же мак осядет на дно, так что мы без труда уберем все то, что нам не нужно. Размешав мак и дав ему немного постоять, для того, чтобы хороший мак осел, мы начинаем собирать все то, что осталось сверху, ведь оно нам больше не пригодится. Теперь набираем в любую емкость воды и ставим ее на газ. Вываливаем в эту емкость наш промытый мак. Высыпав мак, начинаем его время от времени помешивать и ждать, когда мак закипит. Вода закипела, убавляем газ и помешиваем мак. Помешивать нужно время от времени, не так уж и часто, так как мак не пригорает. Варить мак мы будем примерно 25-30 минут. Не забываем время от времени его помешивать. Мак готов. Выключаем, процеживаем, хорошо отжимаем и убираем в какую-нибудь емкость. Готово! Мы процедили мак, хорошенько отжали, дали ему стечь. Теперь добавим 100 грамм сахара. Сахара добавляется от 100 до 200 грамм на 200 грамм мака. Дозировка сахара зависит от того, насколько большой вы любитель сладкого. Мы добавляем примерно 125 грамм или же 5 ложек и тщательно перемешиваем. Тщательно перемешав мак с сахаром, берем тонкий лаваш, или же в нашем случае мы берем юфку, и начинаем заворачивать наши вкусные штучки. Делается это быстро, легко и просто. Завернув пару партий таких штучек, наливаем масло в сковородку и даем сковороде разогреться. Сковорода разогрелась, выкладываем наши сигары на сковороду. Обжарятся они очень быстро, чем сильнее сковорода разогреется, тем быстрее будут жариться наши сигары. Обжарив с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем. Готово! Снимаем первую партию. И сразу же выкладываем следующую. И снова переворачиваем. На разогретой сковороде сигара-оберег обжариваются очень быстро. Готово! Снимаем. И продолжаем обжаривать дальше. Готово! Горка сигара-оберег у нас получилась. И почему же это счастливый ужин? А счастливый ужин он потому, что готовится очень легко, повар не устал, а так как это блюдо сладкое, то оно понравится как взрослым, так и детям, и все будут счастливы.
Если вам понравилось видео или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и активировать колокольчик, чтобы помочь нам в развитии канала. До новых встреч!